Привет! С вами снова Таня, это проект «Моя женская лига», и сегодня по вашим многочисленным просьбам мы рассмотрим комплекс для коррекции ягодиц и бедер. Ну что, начнем? Первое упражнение. Стоя на четвереньках, натягиваем носок на себя и начинаем поднятие согнутой ноги вверх. Выдерживаем 90 градусов. Держим спину и не заваливаем поясницу. Вы должны чувствовать, как у вас сокращаются ягодичные мышцы. Делаем подход по 25 раз и переходим на другую ногу. Второе упражнение. Оставаясь в том же положении, делаем небольшое сокращение. Помните про поясницу. Делаем подход по 25 повторений и переходим на другую ногу. Следующее упражнение. Из того же положения делаем отвод ноги в сторону, а потом вверх. Напрягайте ногу. Если считать отвод в сторону и назад за один раз, то делаем подходы по 20 раз. Следующее упражнение. Выполняем за счет поднятия прямой натянутой ноги, а не сгибания поясницы. Делаем подход по 20 повторений, а по окончанию поднимаем максимально ногу вверх и удерживаем в этом положении на 8 счетов. Меняем положение. Ложимся на спину. Ноги на ширине плеч, согнуты в коленях. Поднимая корпус, делаем выдох и напрягаем мышцы ягодиц и ног. Делаем небольшое сокращение. Подходы по 30 раз. Следующее упражнение. Делаем поднятие корпуса, при этом выдыхая и полностью напрягаемся. Подход выполняем по 30 повторений. Теперь усложняем упражнение, делая поднятие корпуса, после чего соединяем колени и в обратном порядке. Внимательно следите за поясницей. Делаем подход по 25 раз. Теперь поднимаем одну ногу вверх и выполняем поднятие. При этом делаем выдох. Подходы делаем по 20 повторений и переходим на другую ногу. Последнее упражнение. Лежа на спине, поднимаем ноги на 90 градусов. Носки натягиваем на себя. Поясница прижата к полу. Ноги натягиваем и разводим, удерживая положение за счет мышц. Подходы делаем по 30 повторений. Еще один комплекс для коррекции ягодиц и бедер. С вами была Таня. Это проект «Моя женская лига». Заходите на наш сайт, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наши новые видеозаписи, тренируйтесь, и у вас все получится. Желаю удачи!